Редакция газеты «Копейский рабочий» возродила нашумевшую акцию, в рамках которого звезды Голливуда фотографируются с выпусками издания. Фотографии не монтаж, а реальные снимки известных актеров, которые листают «Копейский рабочий». Выпуски газеты в США привозит бывшая жительница Копейска Маргарита Тьюксбери, супруг которой Джек работает кинопродюсером. Он и просит звезд попозировать с газетой из далекого уральского городка. Несколько лет назад серия таких снимков взорвала интернет и прославила издание на всю страну. В этом году коллекцию фотографий решили пополнить. В редакцию пришли 12 новых фото кинозвезд мировой величины. Среди них Джессика Альба, Тейлор Свифт, Кира Найтли и другие. Но если раньше звезды на фото просто держали в руках газету с новостями и публикациями о Копейске, то теперь часть из них предпочли выбрать для фотосессии номер, где на обложке красуется их коллега по цеху. В издании отмечают, что в архиве уже 73 фото знаменитостей. Среди них Николь Кидман, Мэтт Дэймон, Пенелопа Круз, Хелен Миррен и Харрисон Форд. Предлагаем просто посмотреть на звезд с Копейской газеты. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!